полезные продукты для суставов и хрящей. Каждый раз, когда мы сжимаем пальцами чашку кофе или поднимаемся по лестнице, работают наши суставы. Со временем от постоянного использования они изнашиваются, становится сложнее двигаться, прыгать, сгибаться. Вот почему очень важно знать, какие продукты полезны для суставов и хрящей, чтобы предотвратить или облегчить их заболевания. Лучшие продукты для суставов. Поскольку часто причиной боли в суставах становится воспаление, то нужно включить в свой рацион продукты, которые его уменьшают. Холодец. Холодец содержит особый вид коллагена – желатин, который получают в результате длительной варки костей, хрящей и кожи животных. Желатин положительно влияет на суставы, улучшает их подвижность. Не стоит есть холодец чаще одного раза в неделю, чтобы не оказывать лишнюю нагрузку на печень и не навредить сосудам. Сардины. В отличие от других источников коллагена животного происхождения, рыбий коллаген сконцентрирован в костях, коже и чешуе. Если вы хотите получить максимум этого вещества, выбирайте рыбу, которую сможете съесть почти целиком, например, сардины. Лосося также ради коллагена следует есть с кожей. Свежеприготовленную сардину можно включать в рацион как можно чаще, а вот с консервами следует быть осторожнее. Не ешьте их чаще 1-2 раза в неделю. Излишнее потребление консервов может нарушить обмен веществ и вызвать отложение солей в суставах. Ягоды. Вишня, черника, ежевика, клубника и малина ценятся за их антиоксидантные свойства, уменьшающие окислительный стресс, потенциальную причину воспаления. Особенно хорошо снимает воспаление вишневый сок. Семена и орехи. Грецкие орехи являются особенно мощным источником жирных кислот омега-3, поскольку содержат много кислот, а также клетчатки и антиоксидантов. Но они очень калорийные, поэтому больше горстки в день есть не стоит. Миндаль, кедровые орешки, семена льна и семена чиа также богаты омега-3 жирными кислотами, благодаря чему уменьшают воспаление в соединительной ткани и суставах. Крестоцветные овощи. К этим овощам относятся цветная капуста, брокколи, белокочанная капуста. Эти продукты блокируют ферменты, которые приводят к отеку суставов. Лук и чеснок. Эти корнеплоды лечат боль в суставах и устраняют симптомы артрита. Также отдельно врачи выделяют арбуз. Арбузный сок является прекрасным санитаром организма, так как естественно выводит ненужные соли. Ананас. В свежем ананасе находятся ферменты, которые уменьшают воспаление. Аккуратный подбор продуктов, составление правильного меню обеспечит крепкие суставы и защитит их от преждевременного износа, а вам сохранит здоровье и активность до преклонного возраста.